привет, друзья. В общем, что-то мне не везет, блин, на эти клавиатуры. Но, может быть, еще не все так плохо. Не знаю почему, но когда доставщик, да, курьер принес мне клавиатуру и отдал, я сразу обратил внимание на пломбы. Хоть они наклеены, да, как бы, но смотрите, они вот в таком вот состоянии. Сейчас я вам попробую показать. Вот как бы вот так вот, да, как бы они не отклеивались. Вот первая. Вот вторая. А сейчас вам покажу с другой стороны. Смотрите. Вот первая. Блин, камера, конечно, плохо передает. Ёлки-палки. Попробую развернуть. Вот вторая. И вот скажите мне, открывались ли эти пломбы или нет? Вот. Мне кажется, что открывались. Ну, в плане того, что может нагревались, может как-то аккуратно. Вот посмотрите, вот близко на нее. Мне кажется, что они открывались. Но, как всегда, в моем городе это единственная клавиатура была, в единственном магазине. Поэтому я сделал доставку, чтобы мне ее привезли. И, в общем, вот она у меня. Так, и странно он как-то себя вел, доставщик. Сразу дернул вот эту штуку. Начал мне предлагать проверять. Я говорю, стоп, говорю. Ну, куда посмотреть. И вот я вот это вот увидел. Ну, возможно, я ошибаюсь, конечно, и все будет хорошо. Сейчас мы это посмотрим. Так, удастся ли мне открыть аккуратно вот эти пломбы? Резать, наверное, я не буду. Хотя надо было бы, наверное. А, да, я же вам забыл сказать, это Corsair K63, механическая клавиатура, ТКЛ она, то есть без думпада, да, этого цифрового блока дополнительного. Так, клавир, ну это, наверное, по какому-то написано. Corsair, что это у нас, Европа какая, Mecanicue. Клевер, это клавиатура, это механик, это испанский, что ли, или какой-то язык. Так, ну, по-русски, как всегда, ни слова. Написано только то, что сделано в Китае. Значит, у нас еще Cherry свечи, Cherry MX Red красного цвета. Тут где-то, вот, есть об этом упоминание. Так. Но давайте, что ж, буду открывать, смотреть, что ли, на нее. Я Red Square, которую я сдал, и мне без вопросов вернули деньги. Конечно, блин, отличная клавиатура, вот это Red Square, ТКЛ, механика ТКЛ RGB. Ну, это, на мой взгляд, по мне так вообще отличная клавиатура, но, блин, вот такой косяк с ней приключился, и то, что они не ремонтируют, либо выбирайте другую, ну, аналогично, да, по цене, или доплачивайте, там, берите дороже, либо возврат средств делайте. Ну, в общем, я вернул деньги, доплатил и взял вот эту. Взял всеми, так сказать, нелюбимом магазине. Не знаю почему, но вроде все нормально. Нет, все-таки я буду разрезать.
так вот. Вот всеми так нелюбимом магазине ДНС обошлась мне она без всяких скидок 5399 рублей. Это без доставки. Ну, 5400 она мне обошлась. Значит, 2 года гарантии. Производство, я говорил уже, Китай. У нее красная подсветка. Также дополнительные кнопки. И, по-моему, все. И она, по-моему, тише даже, чем Red Square. Сейчас мы это посмотрим. Так, первые, так сказать, первое открытие. Что там? Вы видите? Ну, даже не ломается в ту сторону. А, можно даже поставить на подставке. Так, и что у нас здесь? Вот такой вот пакетик. Mechanical Keyboard. Заклеен на скотч. А, зачем он нам, да? Так, и что мы тут видим? Стоять. Ой. Да, она, по-моему, тише даже Red Square. Что такое? Блин, какой жесткий у него кабель. Так, ну все, тут больше ничего нет. Ну, по крайней мере, не должно быть из других обзоров. Я смотрел, здесь больше ничего нету. Убираем. Убираем ее подальше. Так, провод у нас по заявлению завода изготовителя, по крайней мере, в этих в характеристиках указано 2,1 метра. Как говорится, доверяй. Проверяю, да? Так, кабель без оплетки, это уж гадалки не ходи. Так, ну блин, кабель длинный. Почему они, блин, все вот так вот складывают? А? Зачем? Ну блин, если кто-то меня вообще, не знаю, услышит, увидит, не ломайте, пожалуйста, вот так это кабеля. Скручивайте вы их в этот кружок, в этот, вот так вот, пожалуйста, скручивайте. Ну вот так вот минимально, конечно, лучше было бы, чтобы побольше он был, и кладите сверху вот в коробку. Ну не сложно же, зачем вот так вот выгоняете? Сейчас я его как буду пропускать по столу, все вот эти углы, вон они аж, внутренние проводки аж видно, они вон наружу просится. Так, если сейчас сфокусируется. Ну, не знаю, вряд ли вы, конечно, что увидите. Так, ну давайте померим. 2,1 метра заявляет нам завод. Мерю, как обычно, без вот этого разъема. Разъем-то еще какой. И зачем надо было... Смешно даже. Зачем надо было делать вот эту вот штуку, типа такой демпфер, да, смягчающий, чтобы вот здесь вот не это, не перетиралось. Если он, блин, дубовый, он даже не гнется. Резина, но она дубовая, как я не знаю что. Так. Так, 2, ну даже больше. 217 миллиметров. Это даже больше 2,1 метра. Во. Даже запасом навалили. Так, ну.
Самое главное, о, что здесь нарисовано. Не спать на ней, да? И не кричать на нее, что ли? Или что это за эти какие? А, вот это. Не душить себя, да, на ней, на подушке и лежа на клавиатуре, я так понимаю. И маленьких, не пускать маленьких детей, чтобы они на ней спали на подушке. Ну, как-то так понимаю, я не знаю, что это за знаки. Напишите, пожалуйста, если кто вообще посмотрит это видео, в комментариях, что это за знаки такие. Так. Заклеено даже пленочкой. Так, ну я надеюсь, с тобой будет все хорошо, клавиатура. Ты давай, держись. Что-то у меня на вас плохой этот, я не знаю, мнение складывается о всех этих механических. Ну не знаю, может, мне попалась она чисто, потому что, может быть, я, конечно, думаю, что это из-за того, что витринный образец, и поэтому, а, и да, вот эти вот клавиши, да, влево-вправо, которые поворачивают, из-за этого, как бы, я не знаю, там они вышли из строя. Ну давайте вот поднимем. О, здесь они вытаскиваются как-то лучше. Да. MX Red свечи с одним светодиодом. Здесь только красная подсветка, но регулируется. Ну. Блокировка клавиш Home Windows. Ну, также мультимедийная. Громкость. По-моему, тут она сразу работает. Да, здесь нет кнопки FN как функциональной. Тут они работают сразу. И это очень здорово. Так, ну что. Давайте включать. Сейчас я включу ее. И вернусь. Так, ну что. Все я подключил. Все установилось. В общем... Раз, два, три. Три режима у нее подсветки. Вот такая вот подсветка. Вам плохо видно. Но вы, наверное, видите ее в этом, в таком плавном проходе. Я потом засниму, все сделаю. Так, в общем, что? Да, работает без всяких кнопок FN. Прибавляется, убавляется. Все замечательно. Так. Ну. Play. Пауза у нас не работает, наверное, только при включении. Да. Проигрывателя. У нас начинается музыка, да? Так, ну почему-то она не переключается. А, нет, вот переключается. Блин, ну опять же, когда я только это мышкой кликнешь по проигрывателю. Пауза. Вперед. Ну почему-то звук регулируется все равно, только основной Windows проигрывателя не регулируется. По-моему, на той клавиатуре регулировался. Так, а если мы нажмем, допустим, так. Нет, все равно. Есть, да. Но скажу я вам, она потише, да. Действительно, она потише. Но, блин, она тоже такая тяжеленькая. Ну, наверное, одного веса, что и Red Square у меня был одинаково. Она такая монструозная, я бы сказал. Какая-то вот здесь вот плитой, она какой-то пластмассовой, вот эта крышкой закрыта все. Вот сюда, наверное, будет пыль набираться. Но, в принципе, это мне не страшно. Так, дальше что у нее? Так, блокировка Windows. Ага. Работает блокировка кнопки Windows. Так, Caps Lock. И, по-моему, что там еще? Scroll Lock.
Работают все. Дальше у нее должны быть ножки. Ножки. Ножки есть. Вот такие вот ножки. И смотрите, у нее есть для подставки вот этот, как его называют, под запястье есть эти отверстия, но почему-то не идет. Докупайте, говорят, отдельно. Ну вот, в принципе, что я вам скажу. В принципе, нормально, меня устраивает. Посмотрим сегодня на стриме, как она себя покажет. Сегодня, наверное, буду играть вторую часть FR, буду проходить, поэтому она должна показать себя во всей красе. Ну все, я не знаю больше, что рассказывать. Ну, клавиатура механическая, да. Посмотрим, как она себя поведет. Да, с подсветкой, но не с RGB, а красной только. По-моему, какая-то модель. Есть еще синий такой подсветка. Как-то она, по-моему, K65, что ли, называется, не знаю, не помню. Но, самое главное, это самая дешевая механика от Corsair. Вот так вот. Все, вот такой вот обзорчик. Если что-то случится, я вам все покажу и расскажу. Ну все, друзья, давайте, всем пока.